Доброе утречко. Я собираюсь идти погулять с собаками. Уже кофеечек, одну партию выпила. Сейчас вот кормлю животных и выйду с ними на улочку. Сегодня у нас на улице не жарко, пока еще не жарко, но уже почти полдесятого. Кирюшка еще спит, но погода у нас вот такая вот. Пасмурно, но не холодно. Пойдем сейчас в грязную улицу, потому что вчера почти целый день лил дождь, град, гром, в общем. Знаете, какая погода была, такое было и настроение, снег. Нет, 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 давай, ты отсюда уходи. Я закрываю окошко, чтобы ты никуда не делся. Потому что на балконе он уже не-не-не. Но он еще здесь не пробовал, поэтому здесь я открываю окно только тогда, когда я есть на месте. Так, все, одеваемся. И выходим с собаками. Ошейник Террен. Вот он здесь. Хочу одеть ошейник, а Терри снег пришел. Тоже хочет идти на улицу. Но у него ошейник испортился. Ему надо ошейник купить. После этого его можно будет выводить гулять. А он вот просто требует. Последний раз, когда я с ним гуляла, он ответственно так идет на поводке уже рядышком, как собака. Она вот хочет пойти на улочку. Ну, с ней, с тобой я выйду чуть попозже, не сейчас. Не сейчас, снежочек. Сейчас ты дома посидишь. Хорошо, малыш? Все, Таруся, одевайся. Давай, иди сюда. Пошли, пошли. Ой, как хорошо на улице. Не жарко, тепло. Красота. У меня сегодня по плану, знаете, что перебрать Кирин гардероб. Поэтому я приду домой, Кирюшка проснется, и я буду перебирать ее полностью, весь гардероб, потому что там дофигища вещей, которых она не носит. И я посчитала, что их просто нужно отдать. Поэтому сегодня буду перебирать, смотреть, что можно отдать, что она еще будет носить и вспомнит про эти вещи. В общем, типа как-то так. Как-то так. Как всегда я люблю говорить. Таруська, пошли дальше. В общем, я не могу дождаться, пока проснется Кирюшка. Буду, наверное, я завтракать самостоятельно. Да, ну, ставься на паузу. Я тут смотрю кино. 7 часов. Как называется? 7 часов на соблазнение. В общем, какое-то итальянское, испанское, французское кино. Неважно. Так, чтобы мне позавтракать? Даже не знаю, что мне позавтракать. А, у меня есть блинчики. Я сейчас буду делать блинчики. И хотела вам показать. Смотрите, какие приколы. Я испортила. Блин, ребята, я испортила. Хотела показать, какие сделала прикольные очки Кира из ложек. Смотрите. Это две ложки. Обычные ложки пластиковые. Вот такие вот очки, но они поломались, я их случайно поломала. В общем, Кирюшка, надеюсь, встанет и сделает их. Тут надо будет немножко подпаять. В общем, видите, как прикольно. В общем, она занимается сейчас поделками просто каждый день. Она что-то новое придумывает, что-то делает такое интересное. А я все решаю по поводу моря. Я вот хотела узнать у вас, может быть, кто живет в Одессе и смотрит меня. Скажите, как у вас ситуация сейчас с вот этим вот коронавирусом, потому что везде разная информация, и мы немножко боимся ехать из-за того, что не знаем, как там будет ситуация. То есть пустят нас туда, работают ли пляжи, работают ли какие-то кафе хотя бы на вынос, чтобы можно было есть и не готовить еду дома. Потому что я на самом деле хочу поехать и не готовить. То есть я не хочу ехать на отдых и заниматься, опять же, такой бытовой, ну, в общем, бытовыми проблемами. Вот, поэтому хотела бы у вас узнать, если вы, кто меня смотрит из Одессы, Одесская область, напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела. Потому что у нас в новостях все говорят по-разному. Ладно, я сейчас буду готовить завтрак себе. Надеюсь, что когда я его приготовлю, может, уже и Кира проснется, потому что 12 часов дня, ну, в принципе, у нее еще время есть, до часу поспать. Но в любом случае, я уже хочу есть. То есть я поем, наверное, без нее, а потом уже буду готовить и для нее. А, и потом же пойду перебирать Кирюшин гардероб, потому что хочу все-таки пересмотреть, что там она носит, что она не носит, потому что получается шкаф
и сзади лежат какие-то вещи, которые мы даже уже не помним какие, и Кира до них просто даже не достает. И спереди лежат вещи, которые она типа носит сейчас. Так я вот хочу вот этот весь задний хлам достать, пересмотреть, и что можно отдать. У нас есть Кирина сестричка, которой мы хотим отдать эти вещи. Кстати, кто не знает, у Киры еще есть две сестры двоюродные. Одну зовут Розочка, а вторую зовут Златочка. Вот, все, завтрак. Я буду кушать, я буду кушать блинчики. Видите, какая у меня тут классная картинка стоит, но она не для меня. Снежок, ты мой хороший. Все, хочет пойти погулять. Окей, кушать. Ноутбук убираем. И на гриле делаем аккуратненько себе вкусняшку. Кстати, еще раз хочу сказать по поводу вот этой вот вещи, виши. Действительно клевая штука, действительно убирает блеск. Вот, но получается, она это все делает не сразу. То есть лучше лицо, конечно, очистить и после чего уже брызгать, потому что если на грязное жирное лицо его брызгать, то есть, например, где-то на улице, то немножко некоторое время, там минут 5 будет липкость на лице. Это не очень приятно, кажется, что грязно и хочется все поснимать. Снег, ну ты как всегда, вот ёшкин матрёшкин, ты обязательно должен залезть в камеру. Без тебя, ну, никак нельзя. Да, Тырусик? Тырусик, мой сладкий. А у Терчика у меня что-то вот здесь вот в складочке. Вроде мою каждый раз, но видите, у нее тут ранка появилась. Я не знаю, из-за жары ранка появилась или из-за чего. В общем, надо протирать почаще, наверное, потому что аж вот лысинка появилась у нее. Просто раночка, да, Тырусенька? Раночка появилась у маленькой девочки. Может, кто знает, чем ее мазать, то напишите. Может, какие-то крема есть от этих ранок. Не знаю. Ну, девочка моя. Моя ты сладкая, такая хорошая, хорошая. Так, завтрак. Завтрак. Кто там сходит с ума? Шанти, что случилось? Что ты там? Кого ты там увидела? Тут вроде никого нету. Кого ты тут увидела? Чё? А ну. Что? Я не знаю, кто тут, Шантюсь. Тут никого нету. Ты что, мушку увидела? Ты что, котик? Чё? Ну ладно. Видите, я такая хожу вся. Обрезала джинсы и сделала себе домашние шорты. Обрезала немножко неровно их, поэтому здесь завязала, здесь закрутила, здесь тоже закрутила, везде по-разному. Ну, для дома нормально. Потом, когда у меня появятся нормальные ножницы, я, возможно, обрежу их одинаково, и для моря будет как раз то, что нужно. Да? Все, завтрак, завтрак. Я готовлю себе кушать. Снег, ты тоже зачем-то бегаешь? Да что же у вас такое сегодня с утра? А, Кирюшке вчера еще подружка привезла сока в Капризон. 10 штук. Вот я у нее забрала один. Остальные в холодильнике стоят. Представляете, в Белой Церкви эти соки стоят по 15 гривен. У нас в Киеве по 50. Разница сумасшедшая. Зачем вы бегаете? Непонятно. Вот зачем они бегают, смотрите. Опа, и словил мушку. Где она? А, вон снег на полу. Снег. Видишь? О, боже мой, все мухи, все бабочки. Всякая летающая вещь, которая здесь у нас по квартире летает, все съедает. Шанти и снег. Они у меня ловцы насекомых. Ну, а я все-таки начинаю заниматься завтраком. Моим. Как они называются? Блинчики. Опять у меня нет нигде. Опять у меня нигде нету ножниц. Поэтому буду я все делать с ножом. Ну, наверное, сейчас все сделаю.
А потом Кира проснется и уже позавтракает. Как раз когда они приготовятся, может он и проснется. И такой порции хватает по 3 блинчика на один разочек. Готово. Снег. Господи, да ну иди ж ты. Невозможно. Невозможно. Уйди, пожалуйста. Смотрите на него. Ну, это не снег, это катастрофа. Ему все везде нужно. Все везде нужно этому животному. Без него никуда нельзя. Просто вот никуда нельзя. Особенно последнее время, когда я его вот начала на улицу выводить, так он везде за мной ходит. А как только начинаю идти с собаками гулять, все, снег тут как тут. И ждет, пока выведу его. И спускается по ступенькам. Сам такой беспорядочный. Я же говорю, кот уже все полностью привык к тому, что ему нужно гулять. А я не сильно хочу на самом деле это делать. Потому что потом... Я замахаюсь гулять и с котом, и с собаками. Кот у меня должен быть домашний. Хотя вот если мы поедем на море, то они все у меня поедут в Ирпень. Я уже договорилась с мамой, что туда всех завезу. Возможно, если получится, то заберу только одну Теру с собой, потому что за нее я больше всего переживаю, чтобы ее там ничем не кормили, не поили, не нужно. Потому что бабушка у меня такая, что может... Всем все, да, знаете, как собачка смотрит, дайте, пожалуйста, и она сразу же ей даст, а я сильно боюсь. Плюс ей нужно корм размачивать. Короче, с ней проблем очень много, а всех остальных я отдам и пусть там себе живут. Так, снег, 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 на тебе, на, все, открыла тебе окошко. Все, кушать, 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 чаечек еще сделать и все, и можно завтракать. Чего ты смотришь на меня? Я когда разговариваю, Тера на меня все это так внимательно смотрит. Чего ты на меня смотришь, малыш, малыш мой? Малыш мой маленький. Шанти, а ты что там делаешь? Я не могу понять, что ты тут делаешь. Ну, все тоже хорошо. И ты тоже мой малыш любимый, да? И ты тоже любимый мой малыш. Заказала сегодня себе гель лака, завтра приедут. Заказала такие интересные цвета. В общем, завтра приедут, покажу. Сегодня уже не приедут. И заказала именно той фирмы, которая мне нравится. Сейчас я, кстати, вам покажу. Ну что, у меня много. Я вот заказывала недавно же, не заказывала, а купила в Эпицентре, если вы видели. Ужасный лак. Он мне не понравился, он плохо наносится. А я заказала вот этой вот фирмы Moon. Я им постоянно крашу себе белым цветом. И у меня еще есть малиновый такой, и все, по-моему. Я заказала желтый, темно-зеленый, какой-то серый, сине-зеленый. В общем, потом придут, покажу. Вот, заказываю через Make Up. У них очень круто. Быстрая доставка, то есть сегодня заказала, завтра уже приедут. Если бы заказала сегодня до 9 утра, то уже бы сегодня приехали. Но я не успела. А еще я заказала Кире глазки кукольные разные. Она вчера себе навыбирала кучу разных глазок, потому что жена делает там разные поделки. Вот, поэтому тоже кукольные глазки сегодня отправят, по идее, и завтра мы уже сможем их получить. Она сходит на почту, все позабирает. В общем, делать нечего. Занимаемся вот разными приколами. Поделками, рисовашками, отдыхашками. А вчера целый день просто я лежала. У меня настолько не хотелось спать. Я практически весь день проспала. Вот реально практически весь день проспала. Погода была плохая. Я же говорю, какая была погода, такое у меня и было настроение. Поэтому за вчера влога и никакого нету. Что-что? О, Кира уже проснулась. Нет, зайчик, бутриков не будет. Будут блинчики. Будут блинчики. Бутрики будут потом. А то все вообще говорят, что я ребенка кормлю только бутриками. Говорят, она только бутерброды и ест. Вы что, не можете есть нормальную еду? Вчера кушали борщ, да, нормальную еду? Я утром ем бутерброды, а потом через минут 30 я прихожу, говорю, мама, еще кушать. Да, такое тоже есть. Но вчера мы с утра, вчера у нас просто утро началось в обед, мы кушали борщик. А сейчас мы с утра покушаем блинчиков, а потом я могу тебе сделать бутрики, если ты после блинчиков захочешь. Угу. А потом через полчаса еще и будешь кушать
Больше, потому что уже будет обед. Поэтому там уже все готовится. Чаек еще? Угу. Чаек еще. Телефон. Телефон тебе даю. Можно показать твою поделку, которую ты делаешь, или еще нельзя? У-у. Показать, когда уже будет готово? Угу. Окей, кстати, глаза уже сегодня оплатила, они завтра будут. Угу. Вы только посмотрите, сколько у Киры резинок на руке. А? И она вот с этим совсем спит. Сколько у тебя тут резинок? Дай посчитай. Раз, 11. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это же две резинки у тебя здесь. Нет, это одна. Это одна такая? Значит, 11. В общем, 11 резинок. Тебе не... Смотри, как надавила руку. Кир, поснимай. Смотри, как руку надавила. Это она с этим спала совсем. Сними, пожалуйста, дочь. Все, я пошла готовить, завтракаем, да, наконец-то. Я перехожу вот к этому вот месту, к Кириному отделению, наконец-то перейду. Да, будем перебирать ее вещи, кстати. Очень многие хотели увидеть Кирин гардероб, вот я вам его покажу. На самом деле там кроме штанов да футболок миллион с тележкой, ничего нету. Но в любом случае посмотрим, что же у нее там есть интересное. Вот наш завтрак. Блинчики. Сок Кирюшки, чаечек. И сейчас еще спрошу, если она захочет, я ей сметанки дам. Кирюшка, зайка, уже все готово. Что вы тут делаете? Игрульки мои, игрулечки. Играетесь, два черных чудика. Шантишка, а ты за ними наблюдаешь, да? У меня тоже какое-то настроение хорошее. Ой, да, хорошее настроение. Сегодня не жарко, классно, хорошо. Можно развалиться. Доча, Кирюш, как ты вообще оказалась на этой стороне? Вон же у тебя подушка здесь. А я же так спала. Как это говорится, хвостик на подушке, на простынке ушки, да? Вообще, в начале у меня акула была вот тут, угу. Голова вот тут, и ноги в той дырке. Оказалось, я так. Да, все, идем, Кир. Идем. А то остынет, дочурка. Давай, 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 пошли. А вы уже все покушали. Давно мы уже вам не говорили. Доброе утро, всем приятного аппетита. Не болейте, наслаждайтесь летом. В общем, я вам сейчас говорю, всем приятного аппетита, хорошего настроения, замечательного дня и не болейте. Вам лавочки, тёмочки. Будем завтракать и делать дела. Что? У нас камера, можешь, пожалуйста, дойти? Боже, бегу. Что случилось? Ой, да. Что? Я просто не понимаю. Для самых одаренных, непонятных людей 50 комментариев у меня. Это все то, что ты повторяешь за Лерой. Ребят, вам показать тренды или что? Вот я сняла видео, вот это, сейчас выключу только звук. А, там, где бутылку с водой ты льёшь? Вот это видео. Давайте я вам покажу. Это, в общем, в ТикТоке, Кира, или где? В ТикТоке, да. Уйди. Снег, уйди, пожалуйста. Ребята, что вы думаете, что кто-то за кем-то повторяет? Сейчас тренды, то есть если вы где-то сейчас снимете такой видосик, я скажу, что вы повторяете там за какой-то там Марьяной Ро или еще за кем-то, или точно так же там кто-то за кем-то повторяет. Нет, просто снимаются тренды обычные, которые снимают сейчас все. Кстати, я у Киры увидела это видео и хотела ей предложить, чтобы я тоже такое видео сняла, мне смотрите, очень сильно понравилось. Вот, вот. Так. Снег, пожалуйста, уйди. Мне бесит. Боже. Вот, смотрите. Вот, например. Вот. Вот. Вот, ну, как бы видите, ну, да? Ну да, да, да. То есть... Все по-разному, но под один и тот же звук. Вот, поэтому зачем говорить такие вещи? Не надо ничего, никто ни за кем не повторяет. И вообще, чего вы придолбались к этой Лере? Вот, вот чего? Вот я не понимаю, чего? Не о чем больше поговорить. Смотрите, вот это видео. Ну как вы, еще эта девочка, с которой я фоткалась, я увидела у нее этот тренд и подумала, ну,
Прикольно, я тоже такой хочу снять. А потом вы будете писать, а вот, ты, Маша, повторяешь, а ты, Маша, повторяешь за кем? А, да. Угу. И она сняла этот трек. За Кирой. Или тоже я буду повторять за кем-то из друзей или подруг. Все, Кир, пошли. Кир, завтрак. Хорошо, сейчас. Нет, повернись, пожалуйста. Сейчас. Кир, я не хочу, нет. Кира. Кира, 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 Кира. Шанти, не хочет Кира идти. Абсолютно не хочет идти. А на меня сейчас снег прыгнет. Я глажу Шанти, он сейчас на меня прыгнет. Ай, Шанти, вся хорошая. Шанти, вся хорошая. Ай, такая, да-да-да. Опа! Все, это он за моей рукой. Не хочу, чтобы все поуходили от снега. Кира, я начинаю без тебя. Я на тебя обижена. Все, ребята, всем приятного аппетита. Почему ты сделала видео, как у Леры? Хватит копировать идеи Леры. Ничего, что, например, пистолет. Это тренд, который сделала первым Лера. Я не могла такое сделать, потому что у меня не было идей. Я хотела это сделать в дождь, а дождя тогда не было. Вот такого прям сильного и крутого. Под дождь мне помогли снять, и я сняла. Ну, блин, пистолет я сделала. Тренд. Я увидела много видео. Я даже в Ютубе смотрела, как сделать этот пистолет. Ни одна же Лера на всем свете сделала этот пистолет. Ни одна Лера на всем свете со своей новой лучшей подругой сделала тренд с водой. Ну, как бы подумайте. Все, сказала. Вот так вот. Кира выговорилась. Всем кушать, приятного аппетита. Все, ребята, мы будем кушать. Я уже вон один блин съела. Кирюшка, не обращай внимания, я тебе говорю, на самом деле, ты знаешь, я тебе уже много раз говорила, очень многие люди вообще не знают, кто, что и почему. И все, кто пишет, это, скорее всего, пишут те, которые вас очень хорошо знают. И какие-то, грубо будет сказано, но защитники... Пишу в Инстаграме хейтеры. Причем кто-то из наших это сделал. Кто-то из знакомых, которому я открыла аккаунт. Потому что, ну, в принципе, я выставляла фотку там, где я сижу. Mm-hmm. Я выставляла ее там, где 1000 подписчиков. Я выставляла ее, mm-hmm. На следующий день удалила. Но ее все равно взяли. Или кто-то из наших. Ну, как бы подумать. Так что там произошло с этой фоткой? Ничего, под ней написано. Плохие слова? Сначала... На одном аккаунте про Леру, на втором аккаунте про то, что вот, типа, Кира такая плохая, 10 лет, так фоткаться, боже, это бесит. Я написала, а тебя это волнует в комментарии? И причем отправляет мне запрос на подписку и хейтит меня. Я не понимаю таких людей, которые подписываются, лайкают мои фотки, смотрят, тем не менее пишут хейт. О, все, ты выговорилась. Я надеюсь, ты выговорилась, и тебе стало легче. Да, мам, давай сметану. О, конечно, точно. Видишь, я хотела тебе сметану предложить, но забыла, что я тебе купила нутеллу. Я нутеллу не хочу. Давай сюда. Вот, но ты можешь себе с нутеллкой кушать блинчики. Смачного. Спасибо. Завтрак съеден. Кира сейчас мне показывает про своих... Чикис, мам, это чикис. Короче, чикис и пламфы, не знаю. В общем, этих животинок таких прикольных. Покажи. В общем, мы сейчас подумываем, чтобы заказать себе вот какого-нибудь такого маленького прикольчика. Ну, я хочу вот этого. Этот самый любимый. Вот такой. А мне Овен понравился. Там есть такой маленький, прикольный, беленький. И вот этот Овен. Офигенно. У меня два любимчика. Вот этот и золотой. Вот этот. И этот прикольный, и да. И вот этот. В общем, я сейчас подпишусь на эту девочку, буду ей писать. И пошла заниматься Кирюшкиным гардеробом. Но это вы увидите... Сколько? Две. Хорошо, увидите в следующем видосике.
потому что видео будет мега-мега длинное. Вот, все. Я пошла в гардероб. Кира собирается идти гулять. Я сейчас попытаюсь заказать этого пламфа. И до скорой встречи. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайкусик, подписывайтесь, чтобы не пропустить ни одно наше видео. А мне нравится вот этот малыш. Тут все знаки зодиака есть. Все, я пошла.